Привет для Сиджи Спика! Мы арт-группа Feels It Do, группа друзей, которые собираются вот раз в год на Комик-Кон и печатают свои книжки и прочие плакаты, наклейки и тому подобное. Меня зовут Сомик. Это Пиксмил. Да, я Пиксмил. Саэми. Но мы познакомились все практически в интернете. Нас объединяет общая страсть к рисованию, собственно, это нас и сплотило, и мы общаемся на этой почве. Рисуем вместе, и очень нравится нам создавать проекты всякие вместе. Продвигать других художников и себя в том числе. Я считаю, самая главная такая штука, основополагающая нашей концепции, я даже сказал бы, то, что у нас идет обмен опытом. Мы все очень такие неплохие, в общем-то, художники. Вот, и поэтому мы делимся ценной информацией, ценным опытом, работы с программами, работы с клиентами, всякими такими прочими нюансами, деталями. И мы, соответственно, вместе собираемся, что-то делаем, и вот как раз-таки можно приобрести то, что мы делаем. И что-то из этого получается, как-то так. Ведем совместную деятельность. Рисовать! Больше рисовать! На самом деле, если сравнить с прошлым Комик-Коном, на котором мы представили всего две книжки, а на этом Комик-Коне для сравнения мы представили 11 книжек, я так думаю, на следующем Комик-Коне стоит ожидать все 30, а потом, может быть, даже и 40, да, Сом? А может быть, даже и в хардкавере, да? На самом деле, очень интересно выставить в роли такого небольшого инди-издательства, что ли, чтобы помогать художникам распространять какие-то свои книжки, делать свои артбуки. И, в общем, мы в этом году позвали очень много друзей с нами участвовать. И думаю, в следующем году позовем еще больше. Вот. Все так, все так. Я иду в массы. Впечатление совершенно потрясающее, да? В этом году Комик-Кон гораздо лучше, по-моему, обустроен. Во-первых, места больше. Во-вторых, много довольно интересно оформленных стендов. И, в принципе, что-то происходит, и люди ходят, они просто так. Но я думаю, заметно, что у нас комикс-культура в России стала больше, особенно благодаря Баблу, который там запускает новые линейки. А лично для нас у нас в этом году гораздо больше стендов, у нас гораздо больше загрузка, но у нас гораздо больше приятных впечатлений, которые к нам приходят фанаты наши, радуются нашим книжкам, радуемся мы с ними вместе, дарим им свои рисунки, рисуем, и это все очень здорово, очень много положительного. Ажиотаж очень высокий в этом году, даже по сравнению, опять же повторюсь, с прошлым годом. Невероятно. Все просто вообще восхитительно. Рисуй, если ты думаешь, что плохо рисуешь, рисуй, все равно рисуй.